Вместо воды кровь, блин, в бассейне. Да может там замочили кого-то? Да. Вода стала реально, блин, красной. Да все хорошо. Давай. Саша, вставай. Что случилось? Да, блин, там покажи, бассейн этот, блин, долбанный, пошли забирать. Да руку просто покажи, что собраться, случилось? Не сидите, пойдемте. Что с рукой? Поранил? Короче, блин. Сейчас тебя замотаем, я не да знаю. Да нет, все нормально у меня с рукой, там, блин, бассейн, там он с кровищем, прикинь, да там. Да в смысле? Блин, ты можешь нормально объяснить просто, что случилось? Короче, я сейчас был мимо бассейна, хотел посмотреть, чтобы завтра покупаться. Там вместо воды кровь, блин, в бассейне. Я потрогал, я офигел, я увидел красную хрень, я думаю, что за жесть. Типа пальцами потрогал, они все в крови. Даже не хочу сейчас ни об одежду вытирать, ни обо что, мне надо руки помыть просто. Не, это прям реально кровь или что? Блин, а что это, я не знаю, блин, краска что ли красная в бассейне, Вер? Ну, может, они что-то ремонтируют там, я не да, знаю. Да, и весь бассейн в красной краске, да? А, я поняла, то есть ты нас сейчас хочешь так разыграть, да? В смысле, Вера, что, прикалываешь, что ли? Ой, да стопудово, просто опять очередной пранк. Ребят, я серьезно, в смысле, я не шучу, там бассейн полный так, крови. Так, давай ты идешь руки мыть и... Ладно, давайте мы просто проверим тогда. Если Саша нас не пранкует, то там просто окажется... Окей, давайте другое наказание какое-нибудь придумаем Саше, если он нас пранкует. Это, я считаю, будет честно. Вы запали, почему вы мне не верите? Да потому что ты все время нас пранкуешь, понимаешь? Когда я последний раз вас пранковал? Скажи, когда я последний раз вас пранковал? Да ты постоянно просто пранкуешь и да все. Блин, я тоже могу сказать, да постоянно, блин, вы мне не верите. И так и реально да, не есть. Что, знаешь, как вот эта история про мальчика. Ладно, иди мой руки и пошли тогда проверим твой бассейн. Ребят, я реально, что? Я серьезно говорю, там бассейн в крови. Вы сейчас это все увидите, мы вам снимем на видео. А прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Так, я иду руки мыть, секунду прямо. Так, ребят, в общем, мы уже почти подошли к этому бассейну проклятому, блин, долбанному. И сейчас вы все увидите, эту кровищу, которая, блин, налита. Прикиньте, бассейн с кровью, это вообще нормально или нет? Не, ну я не знаю, ну может там кто-то поранился и поранился, что есть бассейн в крови, Вер? Ну я этого еще не видела, Саш, ну честно, нет, это жутковато. Ну, слушай, по тем пальцам, которые у него были, там реально такая густая, прям настоящая кровь. Вообще очень странно, типа вокруг играют дети, а там бассейн просто с кровякой. Ага, вот там вот охрана сидит, охранник. Да, может ходит. Просто, ребят, этот бассейн, он находится за решеткой, за там закрытой территорией, нужно карточку приложить. И да. Вообще у нас типа сейчас супер закрытый поселок, супер охраняемый, потому что мы находимся в Мексике. Мы уже даже на канал Веры снимали видос про то, что мы находимся чуть ли не в самом опасном месте в мире по криминалу. Короче, это реально очень жутко было даже пойти в супермаркет. И мы думали уже ножей там покупать, и как обороняться, непонятно. Единственное решение было это вот поселиться в таком закрытом поселке, платить, между прочим, дофигища денег за дом, в котором мы сейчас живем, и вот такие вот вещи. Офигеть! Слушайте, а может там замочили кого-то, типа там картель или не знаю? Но ты же никого не видел. Ты ну же так видел, они да? Типа убрали за собой. Офигеть, вот видите, вот обычно, вот ребят, вот стойте, вот такие вот штуки обычно, это когда место преступления, типа и пакеты, вот типа я в сериале видел, так, типа. Нарколаборатории выглядят, давайте мы просто дойдем до бассейна и не будем особо привлекать себе внимание. А да. То вот это вот тыкать, типа, о, смотри, еще и снимать при этом. А вдруг это реально чувак из картеля? И он слушай, тебе задаст вопросы. Потом. Саш, ты можешь свет выключить? Потому что, блин, ну как-то не по себе. Да ладно, ну давай чуть-чуть просто буду его и все. Реально, вон на нас уже дети пальцами тыкают, вон на детской площадке. Так, ребят, вот вход в бассейн, типа, и... Ну ты серьезно? Тут стоит наряженный Дед Мороз, играет музыка, и ребята, судя по всему, хотят петь караоке, и, типа, здесь бассейн с кровью. Ну пойдем, покажешь, где твоя кровь. Да, ребят, в смысле, я отвечаю, да чего вы, я думаю, здесь одеваться буду, как бы, блин. Ну, да вот, смотрите. Ну что, куда смотреть? На прозрачную голубую воду? Вот, смотри, да. Хочешь, я могу аж прямо искупаться. О, вы посмотрите, сколько тут кровища. Блин, ребят, я честно, я вас не обманываю. Блин, да нифига не смешно. Я говорю, я вас не обманываю. Правда так было? Все, Саш, пошутили и хватит. Пойдем уже домой. Давай не будем тут ребята, вот, которые пришли сюда развлекаться, как-то пугать. Что здесь кровь. Там, ой-ой-ой. Да и вообще, блин. Если честно, немножко обидно. Типа, мы сидели своими делами, занимались, ты всех сполошил и просто привел нас посмотреть на бассейн и, типа, еще ребят реально от праздника. Ну, от, ты хочешь, отвлекаю. Чтобы мы тут танцевать сейчас начали? Блин, почему вы не можете мне просто поверить? Я не буду вам просто так врать. Я говорю, я клянусь, блин, тут была вся эта хрень в кровище, блин, честно. Может, у тебя просто галлюцинации, Саш? Ну, какие, типа, там, блин, галлюцинации? На солнышке напекло голову и все, тебе показалось то, что это... Хотя, блин, Саш, мы видели кровь.
Ну докажи, ну, подожди. Ладно, докажи. Где ты взял кровь? Вот скажи. В смысле, где ты взял вот кровь? Именно где я взял кровь? Откуда бы я кровь взял, Вер? Нет, то есть ты хочешь сказать, что сейчас здесь прям реально происходит мистика. Просто непонятно, что. Да, я отвечаю, здесь была, блин, кровь, я тебе серьезно говорю. Ну, мне кажется, что пока у нас нет никаких доказательств, мы не можем верить Саше. Мы будем думать, что это пранк. Если у тебя есть какие-то, я не знаю, свои фантазии, если то ты можешь как-то можешь доказать, да, я не знаю, или что-то придумать, то, пожалуйста, поставить давай. Сюда камеры. Да, давайте, окей, давайте камеры поставим, потому что я отвечаю, но тут была кровь. Я вот, ну, я не буду обманывать. Понимаете, прошло буквально сейчас вот 5 минут, пока мы дошли от дома, и она не могла просто так исчезнуть. Не кажется, что люди могут эту камеру просто забрать? Может быть, они реально, ну, подстроили все это? Может быть, здесь сейчас слили бассейн с кровью и быстренько его наполнили чистой водой? Чтобы слить и наполнить этот бассейн, это типа несколько, ну, типа часов 20 надо. Просто чтобы наполнить этот бассейн, это очень долго. Да-да, это типа пипец как долго, и это невозможно, чтобы там было сейчас все в крови, и оно вдруг стало нормально вверх. Пойдемте сюда вот посмотрим, может там как-то все это... Идемте сюда, вот реально. Если честно, вообще-то хочется зайти туда и покупаться. Вообще вода прям теплая, реально, ну прям нормальная. И мне кажется... Я не знаю, я ни за что не пойду туда купаться, я говорю, там, блин, только что кровь была. Слушай, она... Вот я сейчас вот руку намочил, она даже не пахнет кровью. Она вообще ничем не пахнет. Она пахнет немного хлором, вот вроде как отдает, как, ну как обычно. Окей, давайте реально поставим камеру. Я уверен, с этим бассейном что-то не все в порядке. И что, хорошо, это резонный комментарий от Ани, что камеру нафиг украдут. Давайте будем дежурить, кто-то будет один сидеть вместе с камерой здесь, типа и... Конечно, по кайфу, всю ночь сидеть на камере. Ну ладно, я не знаю, давайте, просто вот мне хочется... как бы убедиться, что это пранк. Я готов даже посидеть. Если Саша это все видел, то тебе нужно здесь сидеть. Я, например, не хочу, чтобы Мигель здесь сидел. Я не хочу здесь сама здесь сидеть. Пошли. Ладно, давайте на ЦУФА скинемся. Это будет резонно, а? Я не хочу. Ладно, давайте хотя бы мы втроем скинемся, Саш. Ну, давайте. Давайте. А почему просто Санек реально не будет так, сидеть? Мигель тоже не будет. Пошли. О-о-о! Ну а что? Так, ладно. Давайте. Каблук. Я бы. Не каблук, а счастливый муж. Саша, что ты такой веселый-то? То есть это все пранк, да? Нет, не пранк. Давай ты реально будешь сидеть и все. Да в смысле, чего кидалы, что ли? Да в смысле кидалы. Ребят, по-моему, это вообще как бы, ну, не по-дружески, какая-то, ну, подстава вообще. Просто взяли и ушли, и кинули меня здесь. Ничего с тобой не произойдет. Смотри, люди, музыка, здесь все классно. Мне кажется, ты здесь можешь офигенно провести свое свободное время. Ладно, хочешь, я с тобой посижу? Пранк. Если что-то произойдет в ближайшие 30 минут, то ты останешься здесь один, хорошо? Ну окей. Если ничего не произойдет. А, ну в смысле, если ничего не произойдет, да. Что с тобой, Саша, что с тобой? Что? Ты что? Алло. Саша, что случилось? Ты можешь рассказать? Что, почему ты здесь сидишь, Саш? Пошли в дом, Саш. Саш, сейчас все хорошо. Саша, вставай. Саш. Саш, все хорошо. Саша. Давайте камеру. Что случилось? Пойдем домой. Ты можешь рассказать? Сейчас надо камеру. Подождите, я заберу ее и посмотрим, что там произошло. Ну, давай, забирай. Ребята, мы только что пришли домой. Просто я не знаю, блин, что делать. Саша вообще, он как будто как контуженный сидит. Блин, ну он вообще не отзывается. Вы зато его прикольно покрутить, конечно. Блин, давай. Саш! Ну, Саш, блин, если ты над нами шутишь, ну, пожалуйста, блин, не делай этого. Давай я думаю, нам срочно надо смотреть камеры, чтобы увидеть вообще, что произошло, и тогда с ним уже можно как-то разговаривать. Что, Саш? Саш, что? Что? Саша, что с тобой случилось? Слушай, Вер, давай реально камеры посмотрим, он сейчас в безопасности, я сейчас двери закрою на всякий случай. Давай так, ладно, ребят, вот сейчас мы у компа уже, я уже все скинула, я, правда, не знаю, как мы это будем отсматривать, здесь 1:34 записи. Давайте мы просто посмотрим по движению, где, ну тут, блин, бассейн, ничего не происходит. Так, вот, я вроде нашла это место. Так, прямо сейчас мы видим бассейн. И происходит какое-то изменение. Вы видите, как будто все розовым стало. Серьезно? Ну или каким-то. Розовеет. Ты видишь? Да,
блин. Не, ну в смысле, может быть такое, что он цвет меняет? Да блин, ты посмотри, я думал это свет, но это, блин, это вода красная. Она как будто бы затекает вот из угла вот сюда. Блин, ребята, да. Вода стала реально, блин, красной. Блин. Что за фигня здесь происходит? Она может превратиться офигеть, в кровь или что? Офигеть, она опять краснее становится. Блин, это же, да блин, такого вообще не может быть. Я не понимаю, как такое возможно просто. Блин, Мигель, ну ты там экстрасенс. Как это вообще? Я не понимаю. Смотри, там люди ходят. Что-то все, как будто все нормально. Может, но они не смотрят, блин. Это же не самая очевидная вещь, когда ты здесь живешь, ходить и смотреть в бассейн постоянно. Блин, просто самое тупое, что Саша-то, он сидел на лавке, где стояла камера, он сидел, получается, за ней. А потом, когда он пришел, он просто в углу сидел. Блин, жесть, что происходит вообще? Что, блин, с ним произошло? Я не знаю, может быть, он испугался этой крови. Что могло еще произойти? Я не понимаю. Саш, что с тобой произошло? Саш. Он не отвечает. Саш. Саша, смотрите, смотрите, перестала резко, просто как что? Будто бы перестала быть красным. Подожди. Кровь как будто исчезла. О. Так, подождите, я сюда знаю, пришел Саша. Ну, меня бы тоже удивило этот факт, что бассейн стал то кровавым, а то не кровавым. Мне кажется, он пытается посмотреть вообще, что произошло. Мне кажется, блин, странно, что он только сейчас подошел, ну ладно, на чем он вообще там сел? Но мне кажется, его удивило, куда это все делось. И типа, и что, он решил типа ждать просто? Блин, может это какой-то SCP бассейн, который превращается в кровавый? Я не знаю, может такое быть, Мигель? Ну, блин, судя по видео, вообще все может быть, я не знаю. Мне интересно сейчас, что с Сашей случилось больше. Ну здесь он как будто бы нормально просто сидит. Ребята. Что? Что? Я не увидела. Что это было? Что это было? Его утащили, блин, Саш. Кто тебя утащил? Саш. Саша, что это было? Ты можешь объяснить или нет, что произошло? Что случилось? Что? Тебя что-то утащило, когда ты сидел в бассейне. Бассейн, блин, был кровавым. Ай, башка. Ты что-нибудь вообще помнишь? Ты помнишь, как ты здесь оказался? Нет. То есть у него был, видимо, шок от увиденного. Я не знаю, может, ему дали какую-то таблетку. Ай, что случилось? Ты вообще понимаешь вообще, что ты, где ты, что с тобой случилось? Сок болит очень сильно. Блин, ну. Где болит, где? Слушай, подожди, а шишки нет у него никакой? Ну, вроде целая. Может, тебя ударили? Да нет, целая голова, его бы этот, блин. Ну вроде все целое, шишек нет.